Богатый геймер Джош успел сыграть во все вышедшие в мире игры. Как же скучно. Эта эксклюзивная разработка не стоила своих денег. Я только зря трачу свое время. Я принесла вам горячие новинки игр. Но опытного геймера Джоша сложно чем-то удивить. Однотипные шутеры мне уже надоели. Что еще есть? Мир фантазий — это игра для неопытных новичков. Это все не то. Можешь быть свободна, Кэрол. И выброси этот мусор по дороге. Мне нужно что-то свежее, абсолютно новое. О, это выглядит интересно. Экстремальные догонялки за 500 тысяч долларов? А что, если я создам такую игру? Кэрол, иди сюда! У меня появилась потрясающая идея. Смотри, я хочу повторить это. Нужно найти добровольцев, поторопись. Это будет легендарно. Богатый геймер играет по-крупному. Ребята, вы должны это увидеть. 500 тысяч долларов наличными получит счастливчик, который выиграет в догонялке. Если вы готовы испытать себя, я жду вас на кастинге. Первый участник, вы можете начинать. Я круче Джона Лосины. Я покажу вам силу стальных мышц. О, впечатляюще. Этот трюк для тебя, милашка. Сильный еще и обаятельный. Постарайся для меня. Конечно, я покажу вам, как выглядит настоящий чемпион. Вау, это было зрелищно. Довольно неплохо. Я могу согнуть сталь голыми руками. Ничего себе. Кэрол, да он же просто выпендривается. Даже я могу согнуть эту штуку. Джоша так просто не проведешь. Какая сталь? Это же поп-тюб, это детская игрушка. Горомышца в голове дыра. Зачем вы его прогнали? У нас был коннект. Не говори ерунды. Кто там следующий? Участник номер два. Выходите на сцену. Ниндзя должен быть незаметным и появляться внезапно. Сосредоточить энергию в руке. Сила огня. Ой, кажется, мой природный газ закончился. Ну, как вам? Какой кошмар. Слышь, ниндзя недоделанный, уходи, пока я тебя не потушил. Ладно, я понял. Позвать следующего. Пожалуйста, не надо, я не выдержу еще одного такого чудака, я сдаюсь. Постойте, здесь больше никого нет. Не волнуйтесь, мы что-то придумаем. О, они геймеры? Кэрол, это наш шанс. Извините, вы не хотите заработать кругленькую сумму? Отлично, тогда пойдем со мной. Эй, парень, хочешь получить 500 000 за игру? Я? А то... Ну что, ты готов? Да, я стану чемпионом. 3, 2, 1, начали! Помни о своей цели, только вперед! Нас не догонят, нас не догонят! Не сбавляй темп, ты не должен так легко сдаваться! Крути педали, быстрее! Тренер Джош серьезно настроен привести своего подопечного к победе. Вот так, молодец, я вижу твою целеустремленность! А эти золотые утяжелители помогут натренировать твою выносливость! Ах, как же это тяжело! Давай, Майк, жизнь это марафон, поднажми! Я бегу вперед к своим денежкам. Ждите меня на финише. Я принес тебе еще одну небольшую гирю. О нет, я сдаюсь. Кажется, я его сломал. Давай, боец, энергичнее. Победители тренируются, а лузеры жалуются. Ты же хочешь стать победителем и выиграть 500 тысяч долларов? Скажи это громко. Да, мэм. Так точно, мэм. Я стану непобедимым. Отлично, старайся сильнее, чем вчера, если хочешь лучшего завтра. Держи. Уважаемые, вы покупать будете? Ой, а у меня денег с собой нет. О, я нашла монетку. Надеюсь, этого хватит на что-то. И вы здесь столько времени проторчали, чтобы купить какую-то мелочь? Спасибо, до свидания. А ты не трогай руками товар, который не собираешься покупать. Интересно, что мы сегодня будем делать? А это зачем? Это твоя мотивация. Мы будем практиковать преследование. Ты должен будешь меня догнать. Удачи! Эй, не так быстро! Подождите меня! Добыча ловца не ждет. Пробежка с утра придает энергии. Впереди череда препятствий. Мне нужно передохнуть. Только не это! Путь наверх тяжел, зато вид хорош. Держись, Майк! Денежки! Денежки так близко, я дотянусь к ним! Ах, это был просто ночной кошмар. Наверное, я слишком много тренируюсь. Доброе утро. Готов к свершениям. Твоя задача добежать с этим рюкзаком на верхний этаж. На самый верх? А вы? А я поеду на лифте. Да я эту тяжесть даже сдвинуть с места не могу. Да ладно, я даже половины не прошел. Но настоящие бойцы не сдаются, только вперед. Какой это этаж? Хорошо, осталось совсем немного. Я уже вижу свет в конце тоннеля. Или это просто помутнение? Добрался, наконец. Что-то ты медленный. Давай еще раз. Нет! Такой строгий тренер, как Кэрол, поблажек никому не дает. Я доберусь до вершины, даже если мне придется ползти. Да ладно. Она что, уснула? Не только спортсмены устают от тренировок. Нам все же нужно как-то спуститься вниз.
В игре в прятки очень важно уметь хорошо маскироваться. Например, камуфляж идеально подойдет для зеленой зоны. В помещении лучше всего прикинуться предметом мебели. Предыдущий вариант здесь не сработает. Все ясно? Да, я все понял. Давай закрепим знания. Я закрою глаза, а ты спрячься в этой комнате. Вот так сразу? Может притвориться подсвечником? Нет, так меня сразу заметят. О, придумал. Кто не спрятался, я не виноват. Где же он может быть? Ничего подозрительного не вижу, все стоит на своих местах. Нужно тщательно все проверить. И здесь его нет. Ладно, продолжим поиски. Если бы я был Майком, где бы я спрятался? Этот парень хорошо усвоил теорию. Ой, мой стул шевелится. Не может быть. Ого, Майк, ты превзошел мои ожидания. Ловко придумано. Я думал, как мебель. Когда дело доходит до маскировки, тебе нужно обращать внимание на то, что находится вокруг тебя. Сливайся с окружением, стань частью природы. Затеряйся среди машин. Будь тише воды, ниже травы. Стань невидимым, как ниндзя. Это было впечатляюще, спасибо за урок. А теперь твоя очередь. Раз, два, три, четыре, пять, будем в прятки мы играть. Где он? О, спрячусь в мусорном баке. Это идеальный вариант. Здесь она точно не будет смотреть. Главное, не высовываться. И куда он мог так быстро убежать? Отлично, она прошла мимо. Удачных поисков, тренер. Похоже, камуфляж Дэна станет еще более правдоподобным. Ну и запах. Кошмар. Время подкрепиться. Что у нас сегодня в меню? О, приятель, ты уже здесь? Давно не виделись, бро. Я уж думал, ты ушел на другую мусорку. Уважаемые, вы меня с кем-то перепутали. Я вам не бро. Бро, ты куда? Тренер, помогите! Ко мне прицепился какой-то бездомный! Мужчина, отойдите от меня. Кажется, ваш друг вас зовет. Поделиться с тобой бананом. Не оставляйте меня, тренер! Куда же он мог спрятаться? Посмотрю в поп-нокль. Может, он в другой комнате? Да я гений маскировки. Помни, Майк, в здоровом теле здоровый дух. Спокойный разум непоколебим. Кроме усердных силовых тренировок, ты также должен уметь расслабляться. Здравствуйте, мастер. Прошу вас, располагайтесь. Наконец-то я смогу отдохнуть. Разомните мне спинку. Пусть негативная энергия покинет ваше тело. Ой, как хорошо. Богатый Джош вкладывает в подготовку своего бойца много денег и сил. Ощутите свою внутреннюю силу. Ну и запах. Ах, я так утомился, все мышцы ноют. Не разомните мне спинку, тренер. Еще чего, давай ты как-то сам справишься. Эх, ну хорошо. Как приятно. Ой, массажер сломался. Ты не мог пользоваться им аккуратнее? Может, вы мне все-таки поможете? Ладно, тренер должен делать все для своего бойца. Ай, у меня шею свело. Вы в порядке? Помассируй мне шею и плечи, мне нужно расслабиться. Помогите! Я застрял! Я не могу дотянуться до джойстика! Ну же! Умей проигрывать с достоинством, бро! Да, я победил! Прямо сейчас два наших натренированных бойца посоревнуются за приз в 500 тысяч долларов, играя в экстремальные прятки. Вперед, Дэн! Покажи себя, вспомни, чему я тебя учила. Беги без оглядки, преодолевай препятствия. Но помни, ты не должен попасться в руки охотнику. Вам конец. А это еще что за кадр? Мы о таком не договаривались. Удачи. 3, 2, 1, начали! Беги, думай о вознаграждении. Ну, вперед за добычей. Я уже выдохся. Ой, здесь нужно танцевать. Скорее, этот недовикинг нас догоняет. Нам не нужно разрешение на танцы. От меня не убежишь. Наш стрим попал в рекомендации. Смотри, сколько донатов мы собрали. Кто эти люди? Извините, что помешали. Ах, я чуть не застрял. Эта полоса с препятствиями выглядит сложной. Охотник приближается, неужели я добежал до финиша? Да! Ты это сделал, поздравляю! Я добежал. Нет, я что, пришел вторым? Поздравляю, бро. Вот и наступил момент, которого с нетерпением ждали все участники игры. Церемония награждения. Почетное третье место получает шоколадку. Могли бы хоть мясо подарить. Денежный приз для второго места. Мама, папа, я богат! Ура! И наш победитель заберет с собой этот денежный куб. Ничего себе, вот это размах! Мне жаль нашего охотника. Извините, я бы хотел передать свой приз. Возьмите.
Правда? Спасибо. Это благородный поступок, а я хочу разделить свой приз со вторым местом. Игра приняла неожиданный поворот. За такую щедрость я подарю вам бонус, еще один денежный куб. Богатый геймер знает толк в зрелищных играх. Вот это да! Поздравляю с успешным проведением игры. Нам обязательно нужно это повторить. Проверь сундук с боеприпасами. Сейчас я на пути к нему. Да, было бы неплохо повторить. Ребята, если вам понравилось видео и вы хотите увидеть вторую часть экстремальных пряток за деньги, напишите в комментариях. Понравилось наше видео? Тогда ставь лайк, подписывайся на наш канал и не забудь нажать на колокольчик. До встречи!